Передвигаться в большом городе людям с ограниченными возможностями все еще сложно. Даже обычный бордюр для инвалида-колясочника может стать непреодолимой преградой. Чтобы спуститься с него, приходится обращаться за помощью к посторонним. Я все время передвигаюсь на такси, потому что я не люблю, когда мне помогали. Вот когда я сама передвигаюсь, я себя чувствую более независимой, чем мне приходится кого-то просить. Анна Цибизова обездвижена с детства. Переболела беспощадной болезнью – полиомиелитом. В повседневной жизни девушка пользуется креслом-коляской «Старт». Это первая коляска, которую начали выпускать по технологии Otto Bock в России. В своей коляске я уверена полностью. Ей я доверяю. Старты врачи рекомендуют многим. Эта кресло-коляска подходит для пациентов с разной двигательной активностью. Эта коляска для пользователей, которые не передвигаются на очень дальние расстояния и не так самостоятельны при ее использовании. Для дома существуют кресло-коляски на литых колесах. Для улицы устанавливаются передние и приводные надувные колеса. Они обеспечивают неплохую амортизацию и сглаживают во время движения небольшие неровности асфальта. Коляска укомплектована антиопрокидывателями. Колеса быстросъемные, легко снимаются одним движением руки. А для того, чтобы пересесть из коляски на диван или в другую коляску, достаточно отвести боковину с подлокотником вверх. Удобные ручки тормоза. Подножки поднимаются, заводятся внутрь, что экономит пространство. Разводятся во внешнюю сторону и легко снимаются, что также удобно при транспортировке. У кресла коляски облегченная дюралюминиевая рама. Она складная, что позволяет экономить место при хранении коляски дома и дает возможность без труда перевозить ее в багажнике автомобиля. Адаптивная спинка коляски регулируется по высоте. К тому же натяжные ремни на липучках можно ослабить или, наоборот, натянуть. Фиксировать так, как удобно пользователю. Угол наклона спинки регулируется до 30 градусов. Эту коляску в рамках индивидуального подхода к потребностям человека с нарушениями мы можем укомплектовать дополнительными опциями, которые позволят помочь преодолеть некоторые бытовые трудности. Жизнь, как и Анна, не стоит на месте. О новинках в сфере производства средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями она едет узнать на международную выставку «Интеграция. Жизнь общества». В России проводится уже второй раз. Интересно всем, кому не безразличны проблемы инвалидности. Тенденция идет сейчас больше на более функциональные изделия, вспомогательные средства, которые действительно поможут людям в своем жизни. Анна не простой посетитель. Она участвует в профессиональном конкурсе показа одежды для людей с ограниченными возможностями. Моделью Анна решила стать в прошлом году. Тогда же впервые побывала на этой выставке. В этом году мне нравится больше. Я как бы в том году не пробовала для себя ничего. Просто приехала, посмотрела, увидела первый раз масштабы всего этого праздника, так сказать. И в этом году пробуем. Все. Кресло-коляски для моделей предоставила компания Otto Bock. Фирма-производитель средств реабилитации по традиции представила и самый большой стенд экспозиции. Заявки на участие в выставке подали более 100 экспонентов. Ведущие производители из разных стран привезли современные технические средства реабилитации для детей и взрослых. Здоровая конкуренция – это хорошо, потому что в этом-то и есть развитие.
Что очень важно, эта экспозиция объединила под одной крышей все возможные сферы, которые волнуют людей с ограниченными возможностями. Здесь можно проконсультироваться со специалистами в области медицины, найти интересные варианты организации досуга, узнать, как правильно подобрать то или иное средство реабилитации. У любого посетителя есть возможность потрогать и испытать представленные новинки, что называется, на себе. 20 лет назад инвалиды вообще не были видно. Да? Вот, их не было вот, на улице, вот, люди их не видели. А потом был период, когда им дали средства, но без выбора. Да? Сейчас идет следующий шаг, что люди начинают интересоваться, и они могут согласовать индивидуальные подходы у соцзащиты, фонд социального страхования. Они могут высказать свои пожелания. Да, вот это, я думаю, это сейчас уже вот такой степень, которая ну, очень интересна и сейчас помогает. Не только потребителям, а тоже плательщикам или врачам, которые выписывают эти изделия. Им надо сейчас показать, что вообще на сегодняшний день возможно. Сегодня Виктор счастливый, по-настоящему счастлив. С обычным человеком глаза в глаза он общался несколько лет назад, когда дистрофия мышц еще не подкосила его полностью. Наслаждаясь ездой на новом электрическом кресле-коляске B600, он снова может себе это позволить. Лифт коляски поднимает сиденье на 40 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы глаза ее обладателя оказались на высоте человека среднего роста. Мы видим новые модели, новые фирмы, и границы наши расширяются. Мы получаем новую информацию, которую мы можем потом использовать. Одним нужна скорость, другим надо, чтобы там на лестнице куда-то переехать. Третьим надо вот как в автобоке лифт, чтобы можно было подняться там с чиновником пообщаться. Спектр электрорегулировок коляски позволяет человеку с ограниченными возможностями чувствовать себя гораздо увереннее в жизни. Раньше вот я садился в инвалидное кресло и чувствовал себя инвалидом. Хотелось сразу куда-нибудь в больницу, поликлинику полечиться. А когда садишься в автобок, особенно в такую, где есть все, и ножки поднимаются, и спинка, и пульт навороченный, уже хочется ехать не в поликлинику, а в театр. В линейке кресел-колясок с электроприводом «Оттобок» демонстрирует сразу несколько новых моделей. Коляска с вертикализатором «Ксена» маневренна, обеспечивает обездвиженному человеку активное вертикальное положение. Это очень удобно для, например, игры в гольф, для того, чтобы сделать какие-то дела по дому, приготовить еду, помыть посуду. Кроме того, у потенциальных пользователей появилась возможность протестировать две коляски с повышенной проходимостью C1000 и C2000. C1000 оснащается только передним приводом. C2000 может выпускаться с любым, по желанию пациента. Емкости аккумуляторов на одной зарядке хватает на достаточно длинную дистанцию – 30 километров. Опционально электроколяски могут развивать скорость до 14 километров в час. Соответственно, и безопасность владельца такого ретивого технического средства реабилитации продумана до мелочей. В случаях, если эта электроколяска оснащена функцией лифта или, например, достаточно большой, возможно, угол наклона спинки, коляска автоматически ограничивает скорость передвижения. И если у нас в низшем положении сиденья 5 скоростей, самая большая из которых это 10 км в час, то когда мы поднимаемся на самый верх в целях безопасности, коляска автоматически снижает скорость до 2 км в час.